как вы относитесь к ситуации в Крыму? Поддерживаете ли его присоединение к России? Я не понимаю слова «присоединение к России». Вы знаете, что во время взятия Севастополя погибло русских солдат вдвое больше, чем за американских за всю Великую Отечественную войну, за всю Вторую мировую войну. Вдвое больше. Мы не присоединяли Крым. Мы просто вернули его домой. Это историческое событие. Историческое. Один человек по глупости, а может быть по умыслу, Крым подарил, другой человек по некой невменяемости в этот момент его не взял обратно в Беловежской пуще, а мог его взять, вот так мог взять, спокойно, без войны. Но я не видел ни оккупации, ни аннексии никогда в жизни, которая проведена без единого выстрела. Так не бывает. Любите Путина, не любите Путина, уважайте Путина, не уважайте Путина. Он вошел в историю страны навсегда. Только тем уже, что он сумел, не боясь, отстоять национальные интересы страны в Крыму. И что бы мне ни говорили, с этим надо смириться. Я говорю моим коллегам на Украине, с этим надо смириться. Это правда. У вас никто ничего не отнимал. Когда мы жили в СССР, это был большой дом. И какая тебе разница, в какой комнате ты живешь, на третьем этаже или на втором, все за одним столом все обедают. А когда мы разъехались, верните мои письма и факсы, будьте любезны. И это историческая справедливость. Поэтому Крым сегодня послужил сегодняшнему, дай Бог, долговременному объединению русского народа. Что? В связи с этим вопросом, ваше отношение к позиции Андрея Матвеевича? Ну какая может появиться? Ну вот он думает так, я думаю по-другому. Но это же его личное дело. Ну, так сказать, там будет отвечать. А что я? Ну, Женька, ты не прав. Борис, ты не прав. Ну, он думает так. Бог с ним. Может, ему так кажется. Я вообще против того, чтобы кого-то хватать за грудки и доказывать. Я говорю то, что я думаю, и говорю то, что я чувствую. И делаю то, что чувствую. Он думает по-другому, и делает по-другому. Это его право. Это его право. Другой разговор. А смог бы я оказаться с ним в экстремальной ситуации, спина в спине? Я бы уже подумал. Но это не повод мне его осуждать. Он так думает. Дай Бог ему здоровья. История рассудит.